Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Smile Tower Tycoon. Для этого переходим на мой личный сайт. Также напоминаю то, что ссылочка на него, как всегда, будет в описании. А перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, зайдите хотя бы на одну из реклам. Далее на сайте побудьте где-то 10-15 секунд и можете, в принципе, выходить с него. Дальше заходим во вкладку Exploits. Если у вас нету никакого чита, и скачиваем предложенный чит, их тут два, либо Star, либо Splash. Сегодня в ролике буду показывать Star. Также Star используется без ключ-системы, Splash с ключ-системой. Ну, какой чит вам больше нравится, тот и скачивайте. Дальше возвращаемся обратно в вкладку Home. В поиске пишем Smile Tower Tycoon, нажимаем поиск. И сегодня в ролике буду показывать первый по счету скрипт. Также есть еще один. Если хотите, можете второй использовать. Но буду в ролике показывать первый по счету. Нажимаем кнопку скачать. Далее еще раз скачать. И как видите, очень просто и легко получается скрипт на сайте. Ну, то есть можно получить. Далее заходим в Roblox. Запускаем чит. Также советую использовать DLL от CRNL, потому что с VRDevs, как вы знаете, случились проблемы, уже как неделю они держатся. Если вы будете использовать VRDevs, то у вас буквально через несколько минут кикнет с игры, и вы в игру не сможете зайти, потому что этот кик проходит только через час. Вот, не знаю, пофиксят они это. Эту проблему или нет. Будем надеяться, конечно, то, что пофиксит, но пока что лучше использовать CRNL. Также CRNL с ключ-системой. В принципе, там все очень просто. Ключ я уже получал, показать, к сожалению, не смогу. Значит, смотрите, вы нажимаете кнопку Inject. Далее у вас должно появиться окно. Так, если Inject не прошел, еще раз нажимаем. Вот, как видите, у меня окошко появилось, там была ссылка. Вы эту ссылку копируете, вставляете в поисковую строку браузера. Далее проходите капчу. Потом ждете 15 секунд на сайте. Опять эту же ссылку вставляете, проходите капчу, ждете 15 секунд. И так нужно сделать около 4 или 5 раз. И на последний раз у вас покажется ключ. Вы этот ключ копируете, вставляете в это окошко, которое у вас открыто, и нажимаете Enter. И все, после этого у вас получается заинжектиться. Далее вставляем скрипт в сам чит. И нажимаем кнопочку Xcode. Вот он появляется. В принципе, довольно удобный, компактный, маленький и многофункциональный. Что нам теперь нужно? Давайте я вам все функции, в принципе, покажу. Тут их не очень-то много. Первая функция — это Collect All Drop. Ну, получается, вот эти смайлы, которые дропают вот эти кругляшки, их можно автоматически все сразу собрать. Нажимаем. Все, собрали. Но собрались не все. Чтобы вам все кругляшки прибавились, вам нужно сделать действие. Либо прыгнуть, либо пробежать. Вот смотрите, у меня сейчас 801. Я бегу, оп, и стало больше. Не знаю, в чем причина, но самое главное то, что автоколлект работает, но, к сожалению, вам нужно либо прыгнуть, либо немножко пробежать. Потому что начисляется немного криво. Далее. Автодепозит. Включаем. И как видите, у меня сразу эти 2000 задепозитились в котел. И типа они там варятся, и мне прибавляются деньги. Отлично. Далее, следующая функция — это автомерч. Вроде бы так называется. Короче, нажимаем ее. И у вас смайлы превращаются... Ну, то есть не превращаются, а улучшаются в один сильный. То есть у меня было 3 слабых, из 3 слабых получился один более сильнее. Дальше автопокупка. Это автопокупка вот этого рейта. Давайте ее включим и попробуем сразу выключить, потому что деньги очень быстро могут у вас улететь просто за считанные секунды. Давайте рискнем, включаем и выключаем. Все, отлично. Я успел немного прокачать и выключить. Но если вы не успеете выключить ее, то у вас все деньги потратятся на вот этот рейд. К сожалению, не очень удобно сделано, но
по-другому никак. Идем дальше. Buy stuff. Вкладка. Заходим сюда. И здесь уже можно покупать смайлы. Давайте, в принципе, collect drop соберем и задепозитим еще раз. Все, обратно переходим. Можно покупать по одному смайлу, либо сразу 5 смайлов. Давайте, в принципе, эти две функции проверим. Покупаем одного. Купился. И покупаем 5. 5 тоже купилось. Отлично. Далее автомерч делаем. Отлично. У нас получается уже 2 более-менее таких редких смайла. Что здесь еще есть? Buy-sell rate. Это то же самое, как в автостав. Вроде бы. Да, это то же самое. И мерч здесь тоже есть, кстати. Довольно удобно то, что сюда еще вместили в эту вкладку, чтобы между вкладками не переходить. Но, конечно, удобнее было, наверное, если бы все находилось в одной вкладке. Потому что вам по-любому собирать вот эти вот дропы, круги, которые они спавнят, их вам нужно собирать. Так, опять депозитим. И вроде бы все по функциям. Скорость, ну, в принципе, самые стандартные функции во всех, получается, скриптах. Jump Power, это высота прыжка. Где-то она, кстати, работает, где-то нет. Здесь, как видите, не работает. Но зато скорость работает. Hip, Higot. Вроде так читается. Нет, по-моему, неправильно. Ну, короче, давайте проверим. А, это я, типа, короче, становлюсь каким-то гигантом. Нифига себе, вот такую функцию я первый раз вижу. Прикольно. И мы, короче, всю карту буквально за секунду. Ну, не за секунду, за несколько секунд пробегаем. Довольно круто. Так, а здесь что-то находится. Здесь просто беговые такие линии. Нет, это типа, чтобы к другим на базу бегать, смотреть, что у них есть. Ну, такое себе. В принципе, неинтересно. Так, все это убираем. Отлично. Далее давайте еще раз купим по максимуму смайлов. Не знаю, насколько мне хватит. Ну, в принципе, немного купил. Делаем мерч. Все, отлично. И нужно еще одного купить. Надо чуть-чуть поднакопить. Давайте сами соберем. Депозит сделаем. И посмотрим сейчас после огненного, какой там еще появляется. Делаем мерч. Все, появился фиолетовый. Отлично. Это можно, в принципе, все собрать. За одного фиолетового дают по 108 монет. Ну, в принципе, более-менее неплохо. Ну ладно. Вот такой скрипт сегодня я для вас нашел. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.